Итак, напомню, на чем мы остановились. Мы остановились на разделе о четырехволновом взаимодействии и на следующей формуле или следующем уравнении, которое предположительно должно описывать это взаимодействие в приближении медленно эволюционирующего волнового пакета. Значит, уравнение было записано в следующем виде. Дельта омега минус d омега по dkit дельта kit минус 1 вторая d2 омега по dkit dkgt дельта kit дельта kgt. Все это умножено на амплитуду этого волнового пакета, который само зависит от дельта омега и дельта к, и равняется правой части, которая у нас была записана так. Значит, минус d омега по d модуль а в квадрате на а в квадрате на а. Собственно, вот эта правая часть и отвечает за четырехволновое взаимодействие. А правая часть отвечает за распространение волнового пакета в диспергирующей среде. Значит, вот эти производные берутся в точке омега 0, к 0. То есть вот на длине волны и частоте того самого невозмущенного волнового пакета. Причем омега 0, к 0 – это частота и волновый вектор свободной волны. Так, а вот эта производная взята при а равном нулю при условии, что нам известна зависимость эпсилон от омега к и а в квадрате. Ну ладно, значит, дальше уравнение-то, очевидно, слишком сложное и записано на все случаи жизни, для анизотропной среды и так далее. И, конечно, решать в этом сложном и общем случае его трудно, поэтому займемся упрощением. Упрощение основывается на предположении, что дисперсионное соотношение омега равное омега от к не зависит от направления к. Только да. Это вот здесь. А здесь оно, значит, еще от а квадрат зависит. Можно вот так написать. Но поскольку вот эти производные тоже берутся при а равном нулю, то, значит, вот это дисперсионное соотношение тоже берется в самом простом линейном приближении. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы переписываем вот эту комбинацию d омега по dkit на дельта kit. В случае, когда все зависит только от k, естественно, равняется d омега по dk на дельта k. Так, понятно, да? После чего я хочу найти этот самый дельта k. И записываю его в следующем виде. Дельта К – это изменение модуля К. При том, что вот сам вектор К представляется в виде векторной суммы К0 и дельта К.
Так что вот этот модуль – это разница длины вот этого вектора k и вектора k0. Да? Значит, я его должен представить в следующем виде, как k0 плюс дельта k продольная в квадрате плюс дельта k поперечная в квадрате. Значит, это будет в степени 1 вторая. Это будет длина вектора k и минус k0 в квадрате. И, так, прошу прощения. Да, минус. Минус k0. Потом смотрю на свое выражение здесь и вижу, что это выражение написано с точностью до дельта k в квадрате. Причем считается, что дельта k – это какая-то маленькая величина. Поэтому и здесь я тоже вот это выражение должен записать с точностью до дельта k в квадрате. Ну и разложение делается следующим образом, естественно, да? Значит, сперва предположу, что вот это вот просто равно нулю, тогда корень извлекается, и у меня получится дельта k продольная. Потом предположу, что вот это равно нулю. Корень вычислю приближенным способом, как единица, как k0 на единица плюс 1 вторая дельта k перпендикулярная в квадрате на k0 квадрат и минус k0. То есть все это получается приближенно, как дельта k продольная плюс 1 вторая дельта k поперечная в квадрате на k0. Ну, понятно, да, что продольная дельта k, оно просто вот это, а здесь еще надо добавить кусочек, связанный с поперечным, который будет давать поправку второго порядка малости. Значит, второе слагаемое тоже d2 омега dkit, dkgt, дельта-кит, дельта-кжт будет равняться просто d2 омега по dk в квадрате на дельта k в квадрате. Ну, поскольку здесь стоит дельта k в квадрате, дельта k мы уже вычислили, и нам надо это слагаемое тоже вычислять с точностью до дельта k продольная и дельта k перпендикулярная во второй степени, а это уже вторая поправка второго порядка малости, то остается просто дельта k продольная в квадрате. Дальше вводим обозначение d омега по dk в точке омега 0, k0. Обозначаем как групповую скорость. Тогда вот это dv групповое по dk или v групповое со штрихом. И все уравнение переписывается следующим образом. Дельта омега минус v групповое на дельта k продольное минус v групповое на 2k0 дельта k перпендикулярное в квадрате. Это вот отсюда. И минус v групповое со штрихом пополам на дельта k продольная в квадрате на a равняется минус альфа на a в квадрате на a. Альфа – это вот это производное.
Значит, единственный минус в этом уравнении в настоящее время – это то, что, значит, левая часть представляется не дифференциальным уравнением, а каким-то вот алгебраическим уравнением относительно дельта омега дельта к. Но мы всегда можем сделать преобразование Фурье. Значит, преобразование Фурье по дельта омега дельта к продольная, дельта к перпендикулярная. Тогда, значит, это преобразование Фурье формально будет, приведет к следующему, что дельта омега превратится в И dpdt, дельта к продольная превратится в минус И dpdz, где z – это координата вдоль распространения начального волнового пакета, дельта к перпендикулярная в минус И на поперечный градиент. Значит, вот это И можно отправить направо. Получится вот, ну или оставим тут, ладно. Так, значит, будет И dpdt плюс В групповое И В групповое dpdz. Значит, плюс В групповой штрих пополам на d2 pdz в квадрате плюс В групповое на 2k0 на перпендикулярный градиент в квадрате. Все это действует на Фурье, преобразованное А, который зависит от z и поперечной компоненты, и времени. Поперечные, не компоненты, прошу прощения, координаты времени. Равняется минус альфа А в квадрате на А. Это то же самое уравнение, но записанное уже в координатах реального пространства. По-прежнему правая часть описывает четырехволновое взаимодействие, левая часть отвечает за распространение волнового пакета. И здесь уже можно сказать, какое слагаемое отвечает за какое явление природы физическое. Значит, первые два слагаемых, как видно, это, значит, описывает распространение волнового пакета с групповой скоростью вдоль z. Да? То есть, вот если бы было просто вот это равно нулю, то решение были бы произвольные волны, бегущие с групповой скоростью вдоль z. Значит, из этих двух, эти два слагаемых вы тоже уже проходили. Значит, и знаете, как называется. Если волновый пакет расплывается по z вследствие того, что групповая скорость зависит от длины волны, значит, это явление описывает дисперсию. Значит, распространение волнового пакета в диспергирующей среде приводит к тому, что этот волновый пакет расплывается вдоль своей оси. Из-за того, что разные составляющие этого волнового пакета бегут с разными скоростями. Поэтому, значит, вот весь этот волновый пакет расплывается. И видно, что в комбинации с вот этим dpdt получается что-то типа уравнения Шрёдингера или уравнения диффузии. Да? Вот. А последнее слагаемое, то есть вот эта вот дисперсия, последнее слагаемое в левой части описывает дифракцию. Видно, что здесь поперечные производные от этого волнового пакета,
Поперечное, значит, поперек направления распространения. То есть, если вот есть лазерный луч, он имеет конечный размер по радиусу, и, следовательно, вот это вот слагаемое будет описывать, как этот лазерный луч, значит, расширяется, значит, по мере, значит, своего распространения вследствие, значит, дифракции. Вот из-за того, что он имеет конечные размеры поперек, в поперечном направлении. Ну или, да, одним словом, вот так. Так что физический смысл каждого из этих слагаемых понятен, да? Это значит распространение, дисперсия, дифракция. И четырехволновое взаимодействие. Так. Значит, написавший уравнение, которому должны подчиняться волновые пакеты, мы приступим к анализу решений, которые у этого уравнения могут быть. И попробуем вот эти решения искать в виде поправок к однородному, значит, лазерному лучу. То есть предположим, что у нас имеется вот волновый пакет, представляет собой в начальный момент времени просто А от Z, R и T равная константе. Это означает, что у нас вот имеется плоская волна конечной амплитуды. Попробуем понять, плоская волна конечной амплитуды удовлетворяет этому уравнению или нет. Значит, если это плоская волна константа, то, значит, вот эти все три слагаемых пропали, равны нулю. Все, что останется, будет выглядеть так. И dA по dt равняется минус альфа на А в квадрате на А. Почему я не написал здесь, вот, что вот d по dt равно нулю? Потому что, когда я говорил плоская волна конечной амплитуды, я не говорил, что она обязательно имеет ту же самую частоту омега-0. Да? То есть вот здесь волновый пакет имеет частоту омега-0 и длину, и волновый вектор k0. Поэтому давайте напишем А0 какую-то амплитуду на e в степени i фи от t. Вот эта вот фаза фи от t будет описывать, или давайте тоже нолик напишем, в знак того, что это относится к плоской волне. Эта фаза будет описывать отличие частоты от омега-0. Дифференцируем, вот подставляем теперь сюда вот это А0, вот такое. Дифференцируем, получаем минус А0 фи0 с точкой на Е в степени И фи0 равняется минус альфа А0 по модулю в квадрате А0 Е в степени И фи0. Сокращаем общие множители. Получаем, что фи0 с точкой равняется минус альфа на А0 по модулю в квадрате. То есть это величина постоянная. Отсюда вытекает, что
если я возьму амплитуду волнового пакета в виде А равное А0 вот в таком, как Е в степени минус И, так, прошу прощения, тут плюс, да, плюс И альфа А0 по модулю в квадрате Т, это будет решение. Значит, теперь, вот я говорил какие-то слова, а что означает, что существует вот такое решение? Это означает, что если я создал начальный волновый пакет, значит, с волновым вектором К0 и частотой, сдвинутой вот на вот эту величину, на альфа А0 квадрат, да, то такой волновый пакет будет распространяться по среде, не меняя свою форму. Ничего с ним дальше не будет происходить. Альтернативная интерпретация такая, что если я создал вот эти начальные свои волновый пакет из свободных волн с частотой омега-0 и К0, то, значит, амплитуда этого волнового пакета будет у меня колебаться вот с такой частотой. Да? Ну или фактически будет происходить набег фазы. Ну, по сути дела, это одно и то же. Да? То есть или волновый пакет из немножко сдвинутой волны, или же волновый пакет из той невозмущенной волны, но с меняющейся синусоидальным образом амплитуды. Так, понятно, да? Что такое вот, это есть решение. Да? Мы нашли какое-то частное решение вот этого уравнения. Но само по себе оно довольно тривиальное, поэтому не очень интересное. Более интересным вопросом является следующий. Что вот если мы создали такое решение в виде плоской волны, является ли это решение устойчивым? Что означает устойчивым? Означает, что если мы его создали не точно однородным во всем пространстве, а с какими-то там отклонениями. Спрашивается, эти отклонения, они, может быть, начнут возрастать с течением времени, и наше решение превратится во что-то другое, или же они так и останутся маленькими. Ну, давайте попробуем найти ответ на этот вопрос, и в этом ответе будет заключаться также часть ответа на вопрос о том, что такое самофокусировка и самосжатие волновых пакетов, о котором я заявлял в начале этой главы. Значит, итак, мы говорим, что мы создаем вот этот волновый пакет плюс какую-то маленькую поправку. Давайте напишем А в таком виде. А0 плюс А1. Это действительные функции на Е в степени И альфа А0 по модулю в квадрате на Т плюс И фи1 от Т. Значит, вот это вот А1 и фи1, то есть модуляция амплитуды и модуляция фазы, как раз и отвечают за отклонение формы волнового пакета от идеального. Да? Идеальным мы считаем вот такую вот полную константу, да? Которая только имеет вот этот вот фиксированную скорость сдвига фазы. Ну, что остается сделать? Надо взять это А, подставить в уравнение и попробовать понять,
чему удовлетворяют А1 и ФИ1. При этом мы будем считать, что это малые поправки, да, и действовать методом линеаризации. То есть если А1 и ФИ1 маленькие, вот, то мы сохраним в наших уравнениях только поправки первого порядка малости. Итак, подставляем. А1, так, ФИ1. Прошу прощения, я, значит, вот здесь вот не только от Т должен написать, а еще и от R. Так же, как и А1. На самом деле может зависеть не только от времени, но и от пространственных координат уже. Так. Подставляем. Значит, сперва ИДПДТ, да, вот тут 4 дифференциальных оператора. Я буду действовать следующим образом. Я напишу, как действует ДПДТ на эту функцию, как ДПДЗ. И пока всю вот эту вот комбинацию обозначу буквой G. Для того, чтобы мои выкладки были покороче. То есть это будет дифференциальный оператор G. Линейный дифференциальный оператор второго порядка. Итак, значит, ДПДТ сперва действует вот на это, а потом пропускает этот множитель и действует на экспоненту. Значит, пишем и ДА ПДТ будет равняться и А1 с точкой на e в степени пси, значит, вместо всей вот этой комбинации я буду писать пси, чтобы ее не переписывать каждый раз. Значит, второе слагаемое, вот это я пропускаю, значит, плюс и А0 плюс А1 на производную по времени от экспоненты, это будет та же самая e в степени пси, умножить на пси с точкой. А пси с точкой это будет и альфа А0 в квадрате плюс и фи1 с точкой. И в групповое dAPDZ будет выглядеть так. Ну, по сути своей, таким же примерно, такого же примерно вида. Только вместо точки будет dA1 PDZ на e в степени пси плюс и А0 плюс А1 на e в степени пси, а здесь будет стоять dPsi PDZ. При этом первое слагаемое от z не зависит. Только от времени зависело, да? Значит, дифференцировать придется только второе слагаемое. Значит, здесь будет и dφ1 pdz. Теперь как действует оператор g на a? Это оператор второго порядка дифференциальный, причем А0 и вот эта вот поправка тоже нулевого порядка к фазе ни от z, ни от поперечных компонент не зависит. Поэтому как только я начну дифференцировать по z, значит, у меня сразу выскочит g, действующие на А1 и на e в степени пси. Значит, сейчас я запишу, а потом объясню еще раз, почему так. Плюс, вот здесь я напишу примерно, плюс и g фи1
на А0 и на Е в степени ПСИ. Смотрите, я должен дважды продифференцировать по Z, да? Как только я первый раз дифференцирую по Z, у меня, так же как и здесь, выскакивает D1 по DZ. Это уже величина первого порядка малости. Значит, когда я второй раз дифференцирую по Z, я буду вынужден дифференцировать снова это А1. Потому что если я продифференцирую Е в степени ПСИ по Z, у меня будет величина второго порядка малости. Потому что там будет еще и ДФ1 по ДЗ, да? Вот. Следовательно, D2 по ДЗ квадрат, значит, применяется к А1. А второй раз, если первый раз продифференцировал не А1, а продифференцировал ФИ, то потом я снова должен буду дифференцировать это ФИ, иначе у меня получится величина второго порядка малости. То есть вот это вот только в линейном приближении. Вот, значит, если я точно захочу написать, то у меня будут добавки какие-то. Ну, это, ладно, разберетесь. Если сейчас непонятно. Так, и последнее, что нам осталось написать, это правую часть. Значит, минус альфа на А в квадрате на А. Значит, должен буду написать как минус альфа на А0 плюс А1 по модулю в квадрате умножить на А0 плюс А1 на Е в степени ПСИ. Дальше. Возникает вопрос. Вот здесь я всюду модуль пишу, да? А реально это мне нужно или нет? И вот здесь тоже. Должен ли я дальше предполагать, что А маленькая является комплексной величиной? Посмотрите на это вот определение. Значит, если даже вот этот множитель является комплексным, я могу оставить здесь спереди его модуль, а фазу добавить к φ1. Таким образом, без ограничения общности я могу считать А0, А1, φ1 действительными. И тогда вот эти вот модули, про модули забыть. Значит, первое замечание. Второе замечание. Значит, из всех выражений я должен оставить только линейные слагаемые. Линейные по А1 и φ1. Значит, третье, что Е в степени ПСИ всюду сократится. То есть видно, да, что все слагаемые в этом уравнении будут пропорциональны Е в степени ПСИ, поэтому его можно будет сократить. Ну и давайте напишем, что же у нас в результате останется. Значит, от первого слагаемого будет И А1 с точкой. От второго слагаемого будет вот это на это будет
минус альфа А0 в кубе. Следующее слагаемое А1 на вот это. Значит, будет минус альфа без модуля А0 в квадрате А1. Следующее слагаемое и А0 на вот это. Значит, минус А0 Φ1 с точкой. Следующее слагаемое вот это. Значит, плюс и В групповое dA1 по dz. Здесь линейным является слагаемое только с А0. Значит, будет минус А0 dΦ1 по dz. Следующее слагаемое. Плюс gA1 плюс и А0 gΦ1 равняется минус альфа А0 в кубе. Это самое большое множитель. А следующий будет минус 3 альфа А0 в квадрате на А1. Это линейный слагаемый. Так, дальше смотрим вот эти вот сократились. Почему самые большие слагаемые сократились? Потому что мы взяли правильное начальное приближение нулевое, которое уже линеаризовали потом, да? Значит, все оставшиеся слагаемые — это слагаемые первого порядка. Кроме того, это уравнение является комплексным. При этом функции неизвестные являются действительными. Следовательно, я это уравнение могу разделить на действительную и мнимую части. И написать систему уравнений, то есть должно по отдельности выполняться, что действительная часть равна нулю и мнимая часть равна нулю. То есть фактически я использую теперь пункт номер один с мнимой частью, как это все выглядит. Значит, А1 с точкой. Это все действительное. Вот мнимая следующая. Тут она. Плюс В групповое dA1 по dz. Следующее вот это. Плюс А0 gΦ1. И все. Должно равняться нулю. Действительная часть. Следующее, значит, уравнение. Давайте я его повыше выпишу, а потом сюда напишу в более таком приведенном виде. Значит, минус альфа А0 квадрат А1 минус А0 Φ1 с точкой минус А0 dΦ1 по dz. Плюс gA1 равняется минус 3 альфа А0 квадрат А1.
Значит, что можно заметить? Что, во-первых, надо все сократить на А0, значит, общий знак поменять. Вот это вот с этим являются подобными. Там у вас еще... Значит, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Что? На А0? Ну, просто я хочу... Ну, неважно, можно не сокращать на 0, можно сократить. Значит, φ1 с точкой напишем. Плюс dφ1 по dz. Это два вот этих слагаемых. Минус единица на А0 g, действующая на А1. И минус 2 альфа. А0 на А1 равняется нулю. Получили два уравнения, которые описывают поправку к амплитуде и поправку к фазе, как эти величины изменяются в пространстве и времени. Что? А, вы групповой? А, вот здесь вот, да, спасибо. Да, вот здесь вот тоже. Тогда и вот здесь, да, это я сам уже давно потерял. Потому что я его потерял вот здесь. О. Ну вот понятно, что оно тут общим множителем, оно тут тоже должно быть. Так. Хорошо. Теперь надо сообразить, как это уравнение решать. Эту систему уравнений решать. Значит, эта система уравнений является системой уравнений с постоянными коэффициентами. И мы хорошо знаем и часто использовали метод Фурье решения такого рода систем. Продолжим после перерыва. Спасибо. Значит, эту систему уравнений можно предварительно немного упростить, а, впрочем, можно и не упрощать. Значит, вот эти вот в некоторых источниках, ну и в частности, я рассказывал в предыдущие годы таким образом, говорил, давайте перейдем в систему отсчета, движущуюся с групповой скоростью. В этой системе отсчета вот эти слагаемые пропадут. Ну, можно так сказать, а можно сделать и без этого. На самом деле, это приведет только к сдвигу частоты на какую-то величину. Итак, значит, метод Фурье заключается в следующем, что я делаю преобразование Фурье к координатам омега и каппа, где омега – это, значит, частота Фурье, каппа – это волновый вектор Фурье. Таким образом, d по dt превращается в минус и омега, d по dz превращается в и каппа продольная, а g превращается в g каппа запятая омега. Да, Фурье образ этого оператора.
минус и омега плюс и в групповое на каппа продольное умножить на А1 плюс А0 Ж каппа фи1 равняется нулю. Это Фурье-образ первого уравнения. Минус и омега плюс и в групповое каппа продольное на фи1. Это вот эти два слагаемых. Минус единица на А0 Ж каппа А1. Минус 2 альфа А0 А1 равняется нулю. Осталось написать, что такое Ж каппа. Давайте. Значит, вот там у нас определение этого Ж. Вот оно написано. Значит, Ж каппа получается такое. Минус В групповое со штрихом пополам умножить на каппа продольное в квадрате. Минус В групповое на 2К нулевое на каппа перпендикулярное в квадрате. Значит, каппа продольная, каппа перпендикулярная – это компоненты волнового вектора возмущения, уже не волнового пакета, а возмущения волнового пакета в проекциях на К0 и перпендикулярно к волновому вектору К0. Так, теперь смотрите, что получилось. Получилось, как и всегда в методе Фурье, значит, система из двух уравнений с нулевой, линейных уравнений с нулевой правой частью. Нетривиальное решение существует, если детерминант матрицы этой системы равен нулю. Правильно? В каком случае он существует? Значит, это существует, если детерминант вот такой матрицы. Значит, матрица состоит из минус и на омега минус каппа продольное в групповое. Это коэффициент при А1. Значит, при фи1 коэффициент А0 Ж. Снова при А1 ищем коэффициент. Значит, он будет у нас минус 2 альфа А0 минус единица на А0 Ж. Коэффициент при φ1 такой же, как и там. Значит, минус и омега минус каппа продольная в групповое. Значит, вот это условие существования нетривиального решения. Да? Ну, фактически, значит, если вот это выполнено, то мы можем найти А1 и φ1. А если мы нашли А1 и φ1, то это означает, что мы решили нашу линейную задачу. Так, ну и, значит, осталось только записать этот детерминант. Значит, выглядеть он будет так. Омега минус каппа продольное в групповое в квадрате со знаком минус. Плюс g умножить на g плюс 2 альфа а0 в квадрате равняется нулю. Обозначим вот эту комбинацию буквой лямбда.
Ну, у нас получится, по сути дела. Но он вот здесь А0, и он умножился сюда. Значит, получилось вот что. Омега минус капо продольное В групповое в квадрате равняется лямбда. Два случая может быть. Лямбда больше либо равно нулю. Ну, тогда омега равняется капо продольное В групповое плюс-минус корень из лямбда. Это означает, что если мы создали начальное синусоидальное отклонение вот формы волнового пакета от константы, то дальше это отклонение побежит с групповой скоростью, ну и будет там еще как-то колебаться вот с частотой, которая определяется значением параметра лямбда. Иначе говоря, все устойчиво. Начальное возмущение не будет расти по амплитуде. Оно будет просто колебаться, куда-то там распространяться, но по амплитуде меняться не будет. А вот если лямбда меньше нуля, то мы имеем дело с неустойчивостями. Ну, потому что в этом случае омега будет равняться вот это вот капо-продольное В-групповое, но плюс-минус и на корень из модуля лямбда, да? И вот из этих двух корней, из-за того, что корни комплексные, один из них обязательно будет соответствовать растущему, экспоненциально растущему решению. Причем скорость нарастания как раз и будет корень из модуля лямбда. Но только при лямбде меньше нуля. Ну, теперь мы должны понять, что же это за неустойчивость. Как она физически выглядит и почему она физически возникает. Ну, я их уже упоминал. Эти два явления, самосжатие и самофокусировка волновых пакетов, и про самофокусировку даже рисовал такое пальцевое объяснение, как оно происходит. Ну, давайте вот с самофокусировки и начнем. Значит, самофокусировка относилась к случаю, когда вот этот вот начальный волновый пакет был ограничен по поперечному размеру. Да? То есть это вот лазерный луч какой-то идет, и дальше оказывалось, что он сжимается поперек, становится более тонким, как будто проходит через линзу. Это была самофокусировка. Вот. И посмотрим, значит, что, как это здесь, значит, вот, в этой абстрактной математической задаче, как выглядит вот это физическое явление. Значит, тут у нас была плоская волна какая-то в среде, распространявшейся вот сюда вдоль оси Z. И мы создали начальное отклонение. Вот поскольку мы рассматриваем там все синусоидальное методом Фурье, начальное отклонение амплитуды. Вот это вот амплитуда. От поперечной координаты. Пусть это x. Значит, посмотрим на вот это наше уравнение, что тут изменилось. Да? Причем создадим это не только на входе в среду, а значит по всей длине. Да? Такое рассмотрим
упрощенное предположение, что мы создали наш волновый пакет, модулированный по x, то есть перпендикулярно к направлению распространения по амплитуде, слегка модулированный. Вот тогда у нас каппа продольная равняется нулю, из-за того, что он по всей длине одинаково модулирован. Каппа перпендикулярная не равняется нулю, потому что по x у нас модуляция. Следовательно, g каппа у нас, к сожалению, я стер, но она у нас была равна, значит, сейчас я вспомню, v групповое пополам на 2k0 и на каппа перпендикулярная в квадрате. Правильно? Значит, лямбда равнялась v групповое на 2k0, каппа перпендикулярная в квадрате на 2 альфа а0 квадрат плюс v групповое на 2k0, каппа перпендикулярная в квадрате. Значит, устойчиво, если лямбда больше либо равно нулю. Устойчиво – это значит, начальная модуляция не возрастает. Значит, нет никакой самофокусировки. Значит, это точное условие отсутствия самофокусировки. А можно написать более простое, достаточное условие, да? Сейчас я вспомню. Да, там минус, спасибо. Вернемся, значит, если лямбда больше либо равно, самофокусировки нет. Значит, достаточно, чтобы альфа было меньше нуля. Для того, чтобы самофокусировки заведомо не было. Если альфа меньше нуля, то минус на минус дает плюс, и все это заведомо больше либо равно нулю. Правильно? Нет, прошу прощения. Ну, при условии, что v групповой больше нуля. Да? Конечно, можно придумать какую-нибудь такую среду, в которой и групповая скорость направлена навстречу. Ну, в этом случае... Здесь надо написать v групповое альфа меньше нуля. Да? Альфа действительная, да, это d омега. Омега действительная, d омега по dE квадрат. Поэтому это действительная величина. Можно еще, пожалуйста. V групповое умножить на альфа или v групповое? Умножить. Ну вот, смотрите, давайте я перепишу это же выражение. Это все равно, что v групповое в квадрате на 4k0 в квадрате каппа перпендикулярная в четвертой степени минус альфа на v групповое каппа перпендикулярная в квадрате а0 в квадрате и все. А, поделить на k0. Значит, k0 заведомо положительная, это все положительная, не отрицательная величина. Но остается только альфа v групповое. Значит, если оно альфа на v групповое меньше нуля, то этого достаточно, чтобы вся лямбда была больше либо равно нулю.
Значит, физический результат такой, что если вы взяли такую среду, в которой альфа на V групповое больше нуля, это не означает, что у вас там заведомо есть самофокусировка. Это единственное, что означает, что если вы возьмете достаточно большое А0, то есть достаточно мощный лазер, и среду, в которой вот это не выполняется, тогда вы добьетесь явления самофокусировки. Понятно, да? Так, это то, что касалось самофокусировки. Теперь самосжатие. Это противоположный предельный случай, когда каппа продольная не равно нулю, а каппа перпендикулярная равно нулю. Значит, G каппа равняется минус V групповое со штрихом пополам на каппа продольная в квадрате. Лямбда равняется минус V групповой штрих пополам каппа продольная в квадрате. Все это вместе в квадрате. Минус 2 альфа А0 квадрат вот на V групповое со штрихом пополам на каппа продольная в квадрате. Значит, снова устойчиво, если эта величина больше либо равна нулю, и достаточно, альфа умножить на V групповое со штрихом меньше было равно нулю. Это для того, чтобы не было никакого самосжатия, да? А решение наше было устойчиво. Вот это вот однородный волновый пакет, чтобы он был устойчив, достаточно, чтобы вот это было меньше нуля. Ну или даже меньше либо равно нулю. Вот. Ну и наоборот. Если альфа на V групповой со штрихом больше нуля, то тогда у нас будет самосжатие волнового пакета. Так, сейчас. Я ничего нигде не ошибся. Значит, минус. Значит, посмотревши в свои записи, я обнаружил еще одну ошибку в знаке, которая, к сожалению, поскольку я тут все постирал, остается мне обратиться к вам. Значит, у меня вот здесь написан плюс. Это означает, что вот в этой вот системе должен быть другой знак. Вот здесь. Это соответствует правде или нет? Проверьте, пожалуйста.
с точкой. Вот здесь должен быть плюс, да? Вот здесь. Плюс. Сейчас. ЖКПа. Минус. Ну ладно. Беда. Это все заново. Не-е-е. Сейчас я найду, раз уж такая у меня произошла беда. Так. Сейчас я буду сравнивать, значит, минус и омега А1. Плюс альфа А0 же каппа фи. Так, вот это у меня правильное уравнение. И омега фи. Ну ладно, значит, на следующей лекции, в случае чего, я там скажу вам, где знаки поменять. И, ну, что самое обидное, это то, что вот здесь вот знаки тоже противоположные поменяются. Поэтому, значит, конечно... Ну ладно, так, значит, вот как оно есть, так пока оставили. Исправление будем вносить на следующей лекции. А теперь перейдем к пальцевому объяснению. Значит, каким же образом все-таки происходит это самосжатие? И почему оно происходит, да? И из этого пальцевого объяснения будет как раз ясно, какой там должен быть знак. Значит, вот как ставится начальная задача? Мы создали модулированный вдоль Z волновый пакет. Это означает, что там вот это вот что-то вот такого рода. Да? Модулированный волновый пакет. И что мы про него знаем? Мы знаем, как в нем меняется частота в зависимости от амплитуды. То
То есть вот есть у нас производная d омега по dA квадрат, которая обозначена буквой альфа. И поскольку вот это вот у нас как раз нарисовано А, вот это вот, ясно, что частота вот здесь больше, чем частота здесь, если альфа больше нуля. Да? А что нам надо узнать? Значит, вот в критерии этой самосжатия происходит оно или нет, замешана еще величина VG-штрих, которая равняется dV групповое по dK в точке K0. То есть как меняется групповая скорость, ну, с длиной волны или с волновым вектором, описывает вот этот параметр VG-штрих. И, соответственно, происходит самосжатие или нет, зависит от знаков вот этих двух параметров, на самом деле от произведения этих двух параметров. Надо понять, почему. Итак, вот этот параметр нам говорит, что из-за того, что модулировано А, модулируется частота вот этой волны. Здесь она, если альфа, пусть у нас будет альфа больше нуля для определенности, тогда вот здесь, здесь и здесь частота больше, чем во всех остальных местах. Ну и пусть для определенности V групповой штрих тоже больше нуля. Попробуем выяснить, устойчива такая будет система или нет. Ну вот смотрите, значит, вот частота-то у нас возросла, а как себя ведет длина волны? Да? Вот если у нас имеется знак VG-штрих, и вдоль Z меняется каким-то образом длина волны, то я смогу сказать, что групповая скорость в каких-то местах как-то тоже меняется. А групповая скорость – это, по сути дела, скорость переноса энергии. Да? Поэтому если случится так, что V-групповая будет направлена к максимуму, то этот максимум будет нарастать. То есть это дельта V-групповой, да? Если оно вот так вот будет распределено. А если наоборот, то максимум наоборот будет рассасываться, да? Тогда из области максимума энергия будет уходить. Понятно, да, вот пальцевое такое соображение? Поэтому нам надо каким-то образом связать дельта омега, то есть изменение частоты, с изменением длины волны. Надо понять, как при этом меняется длина волны. Для этого рассмотрим вспомогательную задачку. Вот предположим, что у нас есть скакалка, которая сначала прямая, и мы вот эту вот Z-ось, и эту скакалку мы начинаем колебать вверх-вниз с частотой омега, которая зависит от Z. Вот эта вот поправка к частоте, которая у нас тут возникнет, она будет равняться дельта омега, будет равняться d альфа умножить на дельта от модуля А в квадрате. Правильно? То есть она будет зависеть от Z, потому что вот это А модулировано по Z. Значит, со скакалкой то же самое. Что будет, если частота модулирована по Z? Ну вот вначале частота по краям вообще равна нулю, а в центре она там какая-то. Вот, значит, скакалка прогибается и образуется что-то вот такое. Здесь она как была, так и осталась, потому что там частота равна нулю. Значит, дальше. Прошло еще какое-то время дельта t, и скакалка примет вот такой вид. Вот здесь она по-прежнему идет вниз, потому что тут частота маленькая, она не успела еще сдвинуться. А в центре, значит, произошло колебание. Понятно, да? Вот, значит, еще подождем
произойдет что-то вот такое. И так далее. То есть смотрите, что происходит. Накапливается фаза. Причем в центре она накапливается быстро. По краям она накапливается медленнее. И в результате прямая поначалу скакалка, вот никакого К у нее не было. Однако эта К появилась. Просто из-за того, что омега зависит от Z. Значит, причем набег фазы справа и набег фазы слева противоположен по знаку. Ну, потому что фаза вот здесь и вот здесь, она как была в начале, так и осталась. Фаза равна нулю. Да? То есть вот если я иду, прохожу слева направо, то сперва фаза накапливается в одну сторону, а потом в другую, обратно раскручивается. Это скакалка. Значит, математически это можно написать таким образом. Вот если в начале волна была e в степени минус и омега 0t плюс и k 0z, и я сюда добавил и, ну или минус и дельта омега от z на t. Дельта омега – это вот эта дельта омега, которая зависит от z. И захотел понять, как эта дельта омега влияет вот на это k. Я могу переписать ту же самую экспоненту в таком виде. E в степени минус и омега 0t плюс и на k0 минус d дельта омега от z по dz на t и на z. Если я раскладываю вблизи z равном, вблизи маленьких z. Да? Ну а строго говоря, я, конечно, должен взять дельта омега, поделить на z. То есть это примерно. То есть вот эта вот величина является поправкой к волновому вектору. А что такое d дельта омега по dz? Вообще омега от z зависит только за счет того, что от z зависит амплитуда. Следовательно, это все равно, что d омега по dA квадрат на d дельта А квадрат по dz. А вот это альфа. То есть поправка к волновому вектору, значит, пропорционально величине альфа. Попробуем исправить наш рисунок с учетом накопления вот этой вот фазы дополнительной или поправки к волновому вектору. Если альфа больше нуля. Значит, добавка к волновому вектору справа от максимума будет положительной. Почему? Потому что там d дельта квадрат по dz отрицательное. Здесь стоит минус. Это означает, что с учетом вот этой добавки, вот здесь длина волны будет короче. А здесь она, наоборот, будет длиннее. Больше. Такая вот наполнение оказывается несимметричным. То есть здесь оно снова увеличивается, длина волны. Потом
снова сжимается. Ну и так далее. Понятно, да? Так. Мы поняли, значит, пришли к выводу, каким образом изменилась дельта К. А изменилась она вот таким образом. Да? Здесь К больше, здесь К меньше. Теперь В-групповой штрих больше нуля. Это означает, что там, где К больше, там и В-групповой штрих больше нуля. Там и В-групповой больше нуля. Правильно? То есть по разложению в ряд Тейлора нам говорит о том, что если я увеличил К, то у меня групповая скорость увеличится. Вот здесь она увеличилась. Значит, в системе отсчета движущейся с волной у меня появилась добавка к групповой скорости, которая ускоряет групповую скорость вот в этой зоне. А в этой зоне групповая скорость замедляется. Значит, энергия отстает от этого максимума. И все это в стрелочке надо направить в обратную сторону. Дельта В групповое, которое равняется В групповой штрих на дельта К, направлены вот таким образом. Это означает, что энергия вот отсюда вытекает. Да? Если альфа и В-групповой штрих больше нуля. Но легко понять, что входят они в произведение. Почему? Ну, потому что альфа определяет, какого знака дельта К. Вот видно, да? Вот, потому что она вот сюда входит. А В-групповой штрих, значит, определяет дельта В-групповое. То есть это вот все пропорционально альфа на В-групповой штрих. Именно вот этому самому произведению, которое входит в критерий Лайтхилла. То есть в критерий того, сжимаются эти волновые пакеты или нет. Ну вот из этой картины мы видим, что, значит, если альфа на В-групповой штрих больше либо равно нулю, то само сжатие нет. И так, по моим воспоминаниям о предыдущей странице, это означает, что там была ошибка в знаке все-таки. Там, по-моему, у нас было меньше либо равно нулю, да, получалось. Ну вот. Значит, это вот называется критерием Лайтхилла. И он, значит, говорит о том, что, значит, если это выполнено, то саможатия нет заведомо. Но даже если это не выполнено, это не означает, что обязательно будет неустойчивость. Не обязательно будет вот эти вот модуляция будет нарастать. Нет. Потому что, значит, для этого нужно еще, чтобы достаточно было, большой была амплитуда. При маленькой амплитуде линейная дисперсия предотвращает развитие этого саможатия. Ну а теперь о практических применениях этих двух эффектов саможатия и самофокусировки. Ну, с самофокусировкой понятно, какое практическое применение. Если мы хотим, чтобы наш луч распространялся без потерь по узкому капилляру, достаточно сделать, ну или по тоненькой трубочке, достаточно сделать, чтобы он там фокусировался, и сам тогда дифракцией можно будет пренебречь, даже если этот луч очень тонкий. Вот почему его можно будет пренебречь? Потому что явлению дифракции будет противодействовать явление самофокусировки. Да, только луч хочет разойтись из-за того, что он такой фокусированный.
Но, тем не менее, значит, нелинейная среда его фокусирует обратно. То есть это очевидным образом используется для того, чтобы создавать очень тонкие, так сказать, лазерные лучи. Вот. А вот такое явление природы, самосжатие, конечно, реализовать несколько сложнее в чистом виде, потому что понятно, что для того, чтобы его сделать, нужно сначала во всем пространстве создать вот этот однородный пакет, а потом он, этот однородный пакет, разобьется на какие-то маленькие пакетики. Это было бы само по себе интересно, но в реальной жизни, значит, луч, он всегда, так сказать, входит с какого-то конца, поэтому сделать так, чтобы он все однородно заполнил, обычно довольно сложно. Но, значит, тем не менее, вот так, значит, скажем, ну, в некоторых приложениях это явление играет большую роль. Например, в плазме. Да, там, где распространение, значит, пакетов лингмюровских волн в результате такого вот процесса самосжатия испытывает то, что называется модуляционную неустойчивость. И, значит, ну, колебания, сначала занимавшие практически все пространство, в результате разбиваются на такие сгустки отдельные. То есть вот конечным итогом развития такой неустойчивости будет серия сгустков, заполненных колебаниями. Вот. Что само по себе может быть, ну, как я говорю, в ряде приложений бывает очень важно. Так, значит, на этом я вас отпущу. До следующего раза.